следует отметить, что большое внимание уделяется подготовке кадров именно в магистратуре и докторантуре. Можно отметить, что за последние 3 года существенно вырос объем госзаказа именно на подготовку магистров и докторов, как научных, научно-педагогических кадров. Если, допустим, в 2010 году объем подготовки кадров в магистратуре составлял 2739 мест, то на сегодняшний день он составляет 6959 мест. Мы видим рост в 2,5 раза. Точно такой же рост отмечен и в подготовке кадров докторов PhD. В 2010 году, если готовилось всего 200 докторов PhD по госзаказу, а на сегодняшний день объем составляет 500 мест. И в рамках того, что сейчас реализуется новый закон о науке, и в закон об образовании внесены существенные изменения и дополнения, реализуется государственная программа развития образования, эта мера, она соответствует вообще мировым тенденциям.